В Черкесске открылся акванториум для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Ученики 19-й гимназии стали первыми, кто соприкоснулся с новыми технологиями мобильного технопарка. С новыми разработками науки и программирования познакомился и наш корреспондент Карчаби Джиев. Стать выдающимся ученым, осуществившим научное открытие, изменившее жизнь многих к лучшему. Так Али Чумаев, ученик 11 класса 19 гимназии, хочет достичь своей цели, а поможет ему кванториум. Площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, позволяет проводить множество опытов по 6 направлениям: химия, экология, физика, геоаэро, робототехника и, конечно же, лаборатория хай-тек. Имея современное приспособление, инструменты, которые можно использовать в научных целях, ученики получат возможность приобрести новые знания. Если сделать больше таких кванториумов, то образование изменилось бы кардинально, говорит Али Чумаев. Я думал, это будет очень сложно, думал то, что не получится, что мне не хватит знаний, чтобы использовать все эти приспособления. Но, как оказалось, это довольно легко, это может научиться каждый, и это очень интересно. Сам технопарк рассчитан на учащихся с 4 по 11 классы. Обучать школьников инновационным технологиям будут наставники и работники кванториума. Их задача – показать азы. Дальше ученики осваивают технологии под руководством своих учителей, которые также стали участниками мастер-класса. В мобильном технопарке есть 3 квантума. Это геоаэро, они учатся летать, они учатся делать карты. Есть промышленный дизайн, промышленная робототехника. Создаем роботов, программируем. Делаем дизайны домов, машин, все это. Есть IT-VR-технологии, то есть виртуальная реальность, дополненная реальность. Такие технопарки с каждым годом в республике будут появляться все больше. Основная их цель – создать необходимые условия для повышения качества образования учеников. Для этого трансформируются и модернизируются школьные площадки, в том числе учебные кабинеты. Совершенствуется образование, повышается квалификация педагогов, работающих на площадках школьного кванториума. А такие технопарки в нашем регионе будут появляться и в 2022 году, и в 2023 году у нас появится IT-клуб. Над этим всем мы будем работать на протяжении всех этих лет, для того, чтобы нашим детям было интересно, и мы смогли выявлять талантливых и потенциально творческих ребят в образовательных организациях. Такое оборудование положительно отразится на образование, уверены педагоги. Ведь мир не стоит на месте, как и научно-технический прогресс. Такие проекты – это будущее, которое доступно уже сейчас. Карчаби Джиев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия.